Certo che. Poi vedremo questo club dove. Minchia, ti sta guardando una di lì, se è pazza. Una... Stop. Мой новый влог. Всем привет и добро пожаловать в мой новый влог. Меня зовут Маша, и я живу в Швейцарии. Хорошего расслабления и здорового сна. Поехали. Мы оставили наших мохнатых детей дома одних на часа два. И сначала отправились покупать сумку, переноску, потому что у нас только одна, нам нужно две. Я покажу вам зоомагазин, и я покажу вам всем тем, кто думает, что Швейцария — это какая-то восхитительно красивая страна, покажу вам, какие здесь бывают виды. А потом, сейчас мы находимся в Сигару в отеле Савой Лазанья, немножко расслабляемся. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. Лазанья, ма лазанья. Всем привет еще раз. И для того, чтобы сегодня мне никто не мешал озвучивать этот ролик, я вышла на балкон. И у нас тут активно разговаривают лягушки. Я очень надеюсь, что вам удастся их услышать, потому что этим у них начался брачный сезон. И это, конечно, что-то фантастическое. Особенно, когда полностью затихают все дома вокруг, и больше ничего не слышно, это, конечно, сказка. Первый кадр такой смешной-смешной, с шариком. Дело в том, что я уже говорила, да, что у меня проблемы с ухом, у меня отит. Как он называется? Отит среднего уха или еще что-то. В общем, ничего не помогает. Последнее, что мне прописали, это такую штучку, которую нужно дуть носом. Конечно, нужно это делать раз в день, мы очень смеемся, это невыносимо смешно. А сейчас я предлагаю просто провести вам день вместе со мной. Надеюсь, что вам это интересно. И, как я всегда говорю, даже если не очень интересно, то я надеюсь, что мой голос вас расслабляет. Какие-то у нас, как обычно, посторонние звуки. Странно, потому что уже 9:30 на часах, и надеялась, что будет слышно только лягушек. Сначала мы с мужем отправились, оставив собачек дома, потому что погода такая сегодня неустойчивая, тут дождик, тут солнышко. Вот мы, оставив собачек дома, отправились в зоомагазин, потому что нам нужно было купить вторую переноску. Одна у нас есть, а за второй вот мы отправились. Хочу вам показать виды Швейцарии, такие не очень приглядные, потому что, знаете, я сама как-то еще мало что знала об этой стране, думала, что все здесь, конечно, сказочно красиво. Но и здесь тоже есть вот такие вот райончики, скажем так, мало эстетичные. Вот показываю вам их тоже для полноты. Картины. Мы отправились в самый-самый большой магазин для животных на районе. На районе. Такая вот здесь хижинка. Тут тоже такие, конечно, не очень приглядные здания. Сейчас покажу вам немножко этот магазин, немножко покажу, какие там цены. Народу было, видимо-невидимо, очень много. Несмотря на то, ну да, как раз потому что суббота. Около часу дня, по-моему, это было, все отправились покупать своим дорогим и любимым собачкам. И не только вкусняшки, всякие вещички. Вот я сейчас сижу на балконе, выходит как раз мопсик гулять. Очень сладкий мопсик. У него хозяин работает в службе доставки, то ли DHL, то ли что-то. Вот, живет с женой и мопсиком в соседнем доме. И она не ленится, она с этим мопсиком гуляет,
раза два-три в день на долгие расстояния. Он всегда выходит только-только вечером, чтобы чуть-чуть вокруг дома пройти. Такой ленивый мужчина. Может быть, он устает на работе. В нашем магазине показываю вам цены. Посмотрите, какие все во франках. В общем, к чему я это все показываю? К тому, что все очень в Швейцарии дорого. Вот выбираем сумку. Выбор, кстати, очень маленький. Приглянулась нам такая защитного цвета сумка. Но я мужу сразу сказала, что тут рядом другая цена. Стопудово стоит она не 16 франков, а сколько там? 70, 50, 60. Он мне не поверил. Но в конце оказалось, что все именно так. Смотрите, такая замечательная игрушка для котиков, чтобы котикового внимания привлекать. А здесь это такие спасательные жилеты для собак, потому что собаки здесь тоже активно занимаются на озере водными видами спорта. Они, например, на падлбордах с хозяевами своими катаются. У нас вот есть каноэ. И мой муж хочет купить тоже такое для собачек. Здесь какие-то бревнышки тоже, чтобы погрызть для собачек. Это для больших собачек. Размер М. И тоже указана цена, если кому-то из вас интересно. Немножко показываю игрушки. Мягкие, не очень. Тоже все с ценами, все во франках. Вот. Где-то 7 франков, где-то 12, 13, так. В среднем такие вот цены, канаты. У нас Кузюша очень любит с канатами играть. Такой, посмотрите, такая симпатичная игрулька, глазастая, очень-очень-очень смешная. Размеры XSS, это, видимо, для маленьких собачек. Здесь такие машинки для бритья. Тоже посмотрите на цены. А это целый отсек для птичек. В Швейцарии принято птичек тоже кормить их. Вообще со всеми животными здесь принято ухаживать. Посмотрите, здесь разные наборы семечек, да, которые можно вот так вот в развес покупать. Кто-то жалюзи открывает, простите за этот звук. Так вот в развес покупаешь, и потом ходишь, и где такой домик увидишь, тогда просто кладешь вкусняшки для птичек. Вот. Но здесь нужно в этом разбираться, потому что воробушки, например, не едят семечки, которые нужно открывать. Вот такую сумку мы в итоге купили, потому что она как раз стоила 16 франков, а вторая стоила дороже. А вот это, посмотрите, какой домик. Это домик для насекомых. Тоже нужно, оказывается, в своем магазине его покупать. Я часто их видела, все не понимала, что это такое за странные штучки. А это, оказывается, домик для насекомых, причем сразу для нескольких видов насекомых. Называется отель для насекомых. В общем, счастливые, довольные, вдохновленные нашей покупкой. Достаточно бюджетный. Мы отправились в отель, который называется Savoy Лазанья в центре, чтобы немножечко передохнуть. И как-то все-таки мы красиво оделись, да, чтобы как-то провести время более в такой какой-то эстетичной атмосфере. Уже такой приятный ветер. Мы в машине открываем крышу, мы открываем окна. И вот это чувство, когда ветер теплый, и растрёпанные волосы. Это, знаете, это как будто немножко из книжки. Как будто немножко из сказки. Это очень-очень радует. Вот он зовет своего мопсика. Мопсик, иди сюда. Мы уже с вами подъезжаем к отелю Savoy. Ненадолго задержались, была пробка, потому что дело в том, что здесь, как я понимаю, несколько раз в год устраивается марафон для детей. И чуть ли не из всех школ, которые есть Лазанье, и дети разных-разных возрастов должны бежать в паре со своими взрослыми, с родителями, не знаю, там есть спортивные бабушки, дедушки, старшие братья, сестры. Такое организуется событие, для этого перекрываются улицы, ставятся специально обученные люди, которые показывают направление, которые показывают, да, куда, где объехать, куда дальше бежать. Вот, это, конечно, не очень приятно тем, кто на машине, да, потому что пробки из-за этого. Но вообще это очень приятное событие. Такое вообще любое спортивное событие, да, для детей, для семьи, это здорово, тем более, что погода сегодня располагает, и дождик, если накрапывал, то только чуть-чуть мелкий. Мы с вами уже приехали в отель, заезжаем
на парковку. Парковки всегда, всегда узкие. Если машина чуть побольше, да, средней, то очень тяжело припарковаться. Волосы мои растрёпаны ветром. Сейчас как-нибудь приведу себя в порядок. Боже, вид, и будем с вами смотреть, что же это за отель такой, потому что в этом отеле я еще не была. Снаружи он такой немножко как крепость, да, в таком швейцарском стиле. Royal Savoy или Savoy. Мы уже с мужем направляемся внутрь. Красивый фасад, ничего лишнего, но сказочный такой. Я люблю, когда архитектура немножко сказочная. Как-то это возвращает в детство, это очень-очень-очень приятно. Расскажите, кстати, в комментариях, какой у вас любимый стиль в архитектуре. Я в стилях особо не разбираюсь, но здания, которые мне нравятся, я сразу вычленяю из огромного количества всех остальных. Солнышка нет, но уже очень-очень тепло. Я думаю, что сегодня градусов 20, 21, 22. Местами даже, наверное, 23. Мы заходим в отель, и сегодня так красный, черный. Сначала хотели просто посидеть вот здесь, вот в холле. Посмотрите, какой красивый холл. Очень нравятся эти картины. Вообще, я очень люблю такой немножко смесь, да, стилей. Как-то картины в разных рамках тоже. Разных направлений. Так вот выглядит холл, где мы подумывали сесть, но что-то здесь никого нету. Вот. При этом есть какой-то гул из общего зала. Так очень красиво. Посмотрите, покажу. В следующий раз мы решили прийти сюда. Здесь есть чайная церемония. Вот мы придем, закажем на двоих эту прекрасную вкусную чайную церемонию. Еще раз зашли, заглянули в холл. Здесь красивый камин, восхитительные картины. Мне нравятся высокие потолки. Вот этот, да, портик на дверь, или как это правильно называется, зеркало. Восхитительные, восхитительные рамки. Немножко посидели. Вот. Потом решили с мужем перебраться в Сигарум. Мы всегда в каких-то эстетических отелях, либо где останавливаемся на несколько дней, либо вот куда заходим, так просто на аперитив. Мы любим Сигарумы. Это, наверное, единственный момент, когда я могу что-то, как-то выкурить сигару, да, и не целиком, конечно, потому что целиком это очень-очень крепко, хотя бы немножко прикупить для меня, это я уже говорила в каком-то ролике, в принципе, это достаточно эстетично, вот, и я всегда, то есть для меня важно, чтобы это было, знаете, как все вместе, бокал красного вина, мы сейчас выбираем Бордо, красивая сигара в руке, и не знаю, что-то в этом есть. Мы это делаем не часто, поэтому я думаю, что ничего страшного в этом нет. Пока муж выбирает себе сигару, покажу вам немножко холл отеля. Вид на чудесный садик, достаточно компактный, но очень приятный. Посмотрите, здесь тоже деревья, все усыпанные цветами, очень-очень красиво, очень расслабляет народу. Немного. Как раз все, как нам нравится. Такие на мне сегодня сережки со знаком бесконечности. Очень их люблю. Такое платье. Твидовое, не твидовое, но рисунок на нем такой, твидоватый. Можно так сказать. Еще немножко внутреннего дворика. Очень нравится стиль мебели, такой выдержанный. И вот мы уже в сигарной комнате. Здесь всегда все очень элегантно, всегда есть книжки, да, чтобы можно было провести время с пользой. Взять, пролистать какой-то красивый альбом или почитать книжку. И здесь выбор сигар. Выбор, кстати, как я уже поняла, потому что тоже потихоньку начала во всем этом разбираться, но не такой большой. Выбрала Ромео и Джульетта сигару, я что-то не припомню. В общем, какое-то такое не очень дорогое, но чтобы приятно провести время. Такая сигару, никого нет. Мужу пришлось маму нести бокал вина и закуски, потому что официант сказал, что ему сюда заходить нельзя. Видимо, потому что как бы хорошо не работала вытяжка, да, все равно одежда пропахивает, начинает пахнуть
сигарным дымом, а это, наверное, не здорово, да, когда ты стоишь в холле, от тебя пахнет сигарным дымом. То есть там причину не объяснил, но я думаю, что дело в этом. Такой цигар выбрал мой муж, эстетично, максимально вам все показывал. Очень красивые кожаные кресла, такие пастельных тонов. Диваны на наши два бокала красного вина, мы выбрали бордо. И прекрасно, в такой расслабляющей обстановке проводим время. Кожа моя еще не пришла в порядок. Как вы можете видеть, есть еще какие-то высыпания. Я так думаю, что это и стресс, и неправильное, да, питание. Сейчас я на какое-то время уронила оливку. Хотела красивые кадры сделать, уронила оливку. Сейчас на какое-то время нужно последить за питанием, попить побольше воды, да, больше заниматься спортом. Как всегда, у меня на такие случаи дегтярное мыло. Собачка кто-то кричит, ругается, собачки играют. Вот, муж позирует сигарой. Я позирую с бокалом вина. Вот, так что немножко я послежу за собой, и я думаю, что состояние кожи наладится. Главное, не забывать ее увлажнять и питать, потому что, конечно, когда появляются какие-то высыпания, есть желание вообще ничего на кожу не наносить, но это очень большая ошибка, нужно обязательно кожу свою питать и очищать, и увлажнять, в общем, за ней ухаживать, вне зависимости от того, в каком состоянии она сейчас находится. Вот мой красивый муж с красивой сигарой. Очень-очень хорошо проводим время. Сейчас мой любимый, дорогой, любимый муж, дорогой, любимый, много раз сказала, пролистает вам альбом. Я, по крайней мере, пока сидела с ним, я словила ASMR-эффект. Поэтому я решила оставить эту вставку. И вы потом тоже в комментариях, пожалуйста, мне отпишитесь, вызвало ли у вас это мурашки. Мне будет очень интересно узнать. Sono quelli antichi e sono papà che guardano 100.000 volte in più. Ho trovato Bucherer Venden Rolex che è uscito nell'anno della mia nascita, costa 9.000. D'oro giallo, molto bello, che Daytona. Sì, sono belli. Oddio. Però non ti ho fatto vedere il come si chiama? Quello più bello che piace, è antichissimo. Fatto vedere una volta? No. E dov'è questo piacere? Il mio padre, cioè. Il tuo o il del tuo padre? Il mio padre. E allora? Che mi serve questo piacere? Questo è il Oyster Perpetual, che è bello. Questi sono i classici Submarine, molto belli. Questo è il GT Master, ma non mi piace. Date, no, la donna. Air King sono belli. Vintage piece, cioè belli, 327.000 franchi in Ginevra, 1.000.000 di franchi. Ecco, questo.
linea guarda che bello il meccanismo. Quanto? 614.000. 600.000? Bello. 638 New York 2012. 590.000 in che sono? Questi anni 50. Che bella la luna qua. Ginebra, ref, modello without specific function. Paul Newman. Bellissime. Rolex Daytona personalizzato, 785. Che lo compra per 700.000? Questo però è bello, guarda, tutto artistico. 600.000. 600.000, ok. Questo. Di base. Technology. Sembra una pianeta questa. Ho fatto un bel ASMR, amore, con tua voce e con Rolex. Mamma, che cazzo è? Надеюсь, что вы уже отписались в комментариях, вызвало ли у вас вот это вот листание мурашки, потому что у меня вызвало, наверное, потому что не я листала, а кто-то другой. Мне всегда это очень монотонное действие такое, оно очень успокаивает, особенно когда кто-то что-то комментирует, прям сразу ASMR-эффект. Такие вот здесь картины, современное искусство. Все вот так вот, как будто кистями набросано на полотно, дерево в Швейцарии. Я, наверное, уже говорила, очень любят украшения для интерьера из натурального дерева. Причем для этого дерева они срубают очень часто, берут какие-то ветки, которые упали из-за того, что был, например, ураган, сильный ветер. Потом какие-то местные мастера делают поделки. Andiamo, dobbiamo pagare di là. E poi non piove. Tu mi dicevi che ora pioverà, non piove, è uscito il sole. C'è scritto su tutti i cosi allertamenti, su tutto il cantone. Possiamo расслабиться по полной, как хорошо иногда отдохнуть без собак. Провели где-то час, немножко как-то выдохнули, потому что собаки для нас реально как дети. Все. Переедем домой скорее, пока они не начали гавкать. Погода улучшилась, хотя обещали дождик. Вот я сейчас мужу сказала, что ты говоришь, сейчас начнется дождик, а солнышко прям такое активное. Так, ничего не забыли. Все взяли, я всегда все проверяю, потому что он всегда все забывает. Едем домой. Да, солнышко. Так, открывается дверь. О. Ну что, наш ASMR-влог подходит к концу. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели его до конца. Я буду вам очень-очень-очень благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите этому ролику лайк, так я буду понимать, что он вам понравился. Обязательно оставляйте ваши комментарии, вы знаете, общение с вами доставляет мне огромное удовольствие, вдохновляет и дарит желание развиваться, push и двигаться дальше. Я вас всех
целую. Я вас всех крепко обнимаю. Маша, даже немножко для вас станцую. Всем пока!